Всем лабас на кухне. Продолжаю возвращение на YouTube. Готовлю сегодня завтрак. И на завтрак у меня будет такой белковый салатик из трех ингредиентов, как говорится. Три ингредиента сложил, посолил, поперчил, и получается салатик. Буду его делать из печени трески. Мне она нравится, я ее люблю, и мы ее сегодня сделаем. Нам понадобится баночка печени трески в масле. 2 яйца и взвесила 30 грамм лука. Ну, лук у нас только такой, его еще почистишь, он вообще такой остается. Делаем. Итак, первым делом, смотрите, какая она красивая, какими кусочками. И много ее, но этот раз, то бывает, масло нальют. Достаю просто так, скапывая масло. Я когда смотрю, вот как люди делают салат из печени трески, они почему-то так много ингредиентов, так много специй делают, что они просто, наверное, убивают этот вкус. У меня всегда такое впечатление. Или для вас это очень дорого, и вы поэтому баночку трески хотите как можно больше салата сделать. Или вам настолько это невкусно, что вы, как говорится, забиваете его другими вкусами. Я поэтому беру как можно меньше ингредиентов, чтобы просто почувствовать треску. Печень разминаем вилкой. Не очень мелко, чтобы у нас, как говорится, осталась консистенция кусочков. То, что у нас немножко масла осталось, ничего страшного, это у нас будет как соус, мы больше ничего не будем добавлять. Вот таким нехитрым девайсом нарезаем яйца. Измельчаем зеленый лук. Нарезали лук и в салат. Посолили, поперчили и размешали. И вот этого масла от печени трески нам хватает на то, чтобы салат был бы размешан. Посыпаем укропом. У меня свежего нету. Ну вот и все. Салатик наш готов. Подавать буду с гренками. Экологическими из гречки. Вот и все. Смотрите мой канал. Всем пока-пока.